В Черкесске прошел региональный этап всероссийского конкурса хоровых и вокальных коллективов. Конкурс был представлен разными номинациями и приняли в нем участие певчие коллективы образовательных учреждений республики, а также семейные хоровые ансамбли. Музыкальным многоголосием нас водилась и Фатима Даурова. Семья Моисеевых, как профессионалы своего дела, проводит распевку перед выходом на сцену. Семейный квинтет будет исполнять авторскую песню бабушки, заодно и самого старшего члена музыкального коллектива «Связь поколений». Наша самая любимая песня – это «Самая лучшая мама земли». Это сыновья дарят мне, маме, а я дарю своей маме. Да, у нас семейный ансамбль «Три поколения». В начале конкурса с приветственным словом к участникам обратилась министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Особую благодарность она выразила педагогам, которые непосредственно принимали участие в подготовке детей, и отметила их важную роль в восстановлении традиций хоровых конкурсов. Я хочу пожелать педагогам, которые привели нас к таким высоким результатам, больших успехов и поблагодарить за ваш ежедневный труд. Потому что именно исполнение, музыкальное исполнение, хоровое исполнение позволяет гармонично развивать личность. Именно в этом процессе ребята учатся слышать и слушать друг друга. Спасибо за ваш труд, уважаемые педагоги. Красивая музыка, улыбки гостей в зрительном зале, хорошее настроение – все сопутствовало проведению мероприятия в теплой атмосфере. Выступлениям на сцене предшествовали многодневные репетиции. Все выступающие старались для зрителей. И цена их работы – аплодисменты зала и высокая оценка компетентного жюри. Выступление многодетной семьи Прокопович из Зеленчукского района растрогало слушателей своим проникновенным исполнением. Участники вокального состязания, которые стали лауреатами первой степени в разных номинациях, представят республику на финальном федеральном этапе всероссийского конкурса хоровых коллективов. Фатима Дорова, Виктория Карпенко, Вести, Карачаево-Черкесия.